седло. Кожа. Ты что там делаешь, а? Да ты что Да, делаешь? так, как тебе сказать? Поминочки, похорончики небольшие. Небольшие. Ну как небольшие, да, мастер такой крупногабаритный был, но все же. Рип мастер 2019-2019. Я не знаю, мне кажется, он прожил пару дней всего лишь. Покойся с миром, кобыляка. Ну как так вообще произошло, я не могу понять. Ну почему ты не могла в предыдущей серии посмотреть за своей задницей, то что там мистер Крипер, вот мистер Крипер подобрался, и вот все. Ты понимаешь, что я на дерево забралась, вот на то, откуда я знала, что там мистер Крипер? Ну как бы, всегда, когда ты ночью выходишь на улицу, нужно ожидать того, то что сзади тебя в любой момент может появиться мистер Крипер? Я пошла спасать коней. К сожалению, так вышло. Я, наоборот, пожертвовала собой и ночью пошла спасать коней, потому что... Ой, все, давай забудем. Давай просто забудем. Будем поминать его добрым словом. Хорошо, будем всегда поминать хорошим словом мастера, но давай друг другу пообещаем то, что мы всегда с этого момента будем закрывать за собой калитку эту чертовую. Ты выходил после меня, я всегда закрываю, всегда. Просто пообещай то, что будем закрывать за собой калитку. Все. Обещаю. Я обещаю. А сейчас, чтобы как бы Маргаритка не скучала, ей нужен новый вот этот жеребец. А то как это вообще получается? Она сама, нельзя ее самой оставлять. Можно я ему поставлю блок рядом? Не надо как ему на блок рядом. Лучше не блок ему рядом ставить, а какой-то цветочек ему рядом поставь. Ты что его так гнобишь-то? Пошли. Не, ну там как бы в предыдущей серии жесть была. Там Катя вышла такая, не заметила, сзади подошел такой... Мистер Крипер! Мистер Крипер подошел такой... Перчик, этот чебурак заорал такой... Мистер Крипер! Ага, мистер Крипер! Там, короче, жесть вообще жестянская была. Надо посмотреть обязательно предыдущую серию. Вот, когда Наташка-черепашка вылупится? Это Наташка, а это Пашка. Ну, я не знаю. Ну, скорее всего, да, вот это левая Наташка, от правой Пашка. Но только проблема в том, что Пашка вообще не вылупляется. Вот как засела в этом яичке, так и сидит там. Мальчики, они такие вредные, в принципе. Забираем седло, Милка, закрываем дверь за Милкой и потопали за новой кобылякой. Все-таки вот этот Ярик не вернулся. Мы же в предыдущей серии вот это Ярика за яйца пеймали и вот это в аквариум, собственно, и засандалили. Но он как-никак все же... нет, так он же выбрался, он же в лес по грибы пошел. Первый сухопутный дельфин в лес за грибами пошел. Да у нас вообще прошлой серии дичь какая-то была. Там и в конце наркомании была, и в начале наркомании, вообще везде была наркомания. И ты хочешь сказать то, что я сейчас должен вот это пешком тарабанить туда, а ты за мной будешь на Ритке и Маргаритке прыгать, да? Так подожди, ты найдешь, о, утопленник, здравствуйте, ты найдешь себе лошадь, ты же обратно на лошади поедешь, так я с тобой. Логично, в принципе логично, ладно, согласен, хорошо, потопали. Это или это? Или это все же? Или может все же вот это? Но у них расцветки некрасивые. Я хочу какие-то прям уникальные расцветочки. Эти прям самые обычные. Так, не выеживаемся, пожалуйста. Ну смотри, выбираем себе лошадь. Это как будто ведро с краской упало. Эту вот как будто ветрянка белоснежная обсыпала. Ну то есть, ну какие-то они страшные. Извини, конечно, не хочу вообще никакую лошадь обидеть, но они страшненькие. И что, мы сейчас тебе будем сутки искать, что ли, лошадь другую? Ну вот ослы есть. Опа! Мне вот этот осел приглянулся. Здравствуйте! Вы не против? Вы не против, если я вас немножко пощекочу и приручу? О, он сказал и-у. Вы не против, молодой человек? О, против, ну ладно. Слушай, а мне вот как раз ослов... А нет, я думал, то, что ослов надо как раз с помощью яблока приручать. Они и так нормально. Сейчас, подожди, да я в другую сторону побежал, дальше туда. Вот, я тебя вижу, вот, беги прям налево, 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 налево. Вот, да, вот сюда, здорово. Ого, вообще в другой стороне. Ну давай, приручайся уже. Ты? О, все, он приручился. Осла. Опа. Так, подожди, на него нельзя насаживать золотую конскую броню, хорошо. Так он но... не конь. Он... Да, но подожди. Суть вся в том, то, что на осла можно запиндюлить сундучок, и он будет перевозить все твои вещи, прикинь. О, вот это хорошо, кстати.
Ну, не, я как бы согласен, то, что он такой не очень накачанный молодой осел. Но все же, возможно, он Ритке Маргаритке понравится. Кто его знает? Ну, Ритке Маргаритке осел не понравился, сразу говорю. Потому что твоя Ритка Маргаритка зажралась немножко. В смысле, не по... мне зато он понравился, хороший осел. Да, он не такой быстрый, как Лошапедина, но лошадку я тоже словлю... приручу в следующей серии, потому что все же транспорт передвижения мне нужен. Но я приручу лошадь тогда, когда найду красивую лошадь. Белую или черную? Ты че, Дуримонда? Еще раз моего осла выстрелишь! Давай, 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 Катя, текай с города, текай, 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 текай! Кто-то попал в мою... Ой! Ее убивают! Я случайно, это я, Кать. Это ты? Ты офигел? У нее минус 4 сердечка, минус 4... Прости, 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 я не хотел, я не хотел. Так, 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 так. Знаешь, на самом деле, моя Ритка Маргаритка, она из сословий таких богатых, хороших. Смотри, у нее золотая бронь, у нее красивая шерсть, поэтому осел ей вообще не по плечу. Слишком низкий ранг. Потому что твоя Ритка Маргаритка слишком перебирает среди мужиков. То есть, вот мастер ей нравился, а осли... А, слушай, а мне же нужно дать имя этому ослу, как бы его назвать? Кстати, да, давай назовем его плавленый сырочек. Это еще почему? Просто я не знаю. Ну слушай, все ослы, которые у меня были, я их называл Степанами. Поэтому мне кажется, Степа нормальное имя. Давай. Да. О, вот. Все, Степа! Будь тут! А мастера мы приручим еще в следующей серии. Так, Катюх, я тебе предлагаю пойти переночевать. Скоро вылупится Наташка. Надеюсь, что скоро. Сколько уже можно ждать, чтобы она вылупилась. Как ты думаешь, Катюха, куда мы с тобой сегодня отправимся? А, ну это самое, в ад. В зад мы с тобой сегодня не отправимся. Почему? Ты хочешь в зад? Я не хочу в зад, я хочу в другое место. Нет, нет, мы же договорились с тобой, ты один ходишь в ад, а я тебя жду. Давай потом как-то, когда ты возьмешь вот это все свои причиндалы в руки и захочешь пойти со мной в ад, чтобы я туда сам свою задницу не таскал, тогда мы с тобой вместе туда и пойдем. А то, ишь, чё удумала, чтобы я таскался по аду, чтобы я там убивал всяких визер-скелетов, она дома будет с Милкой сидит, чилить, даже ничего не будет делать. Поэтому, Катюха, нет, до того, как мы с тобой отправимся опять в эту преисподнюю вот этих гастов, кстати, как гасты делают, я не помню. Все, похоже, похоже. Я тебе по секрету скажу, то что в Нефе... Я просто заткнусь и буду молчать. И ты не узнаешь, куда мы сейчас с тобой плывем. Так мы куда плывем вообще, скажи? Я просто села твою лодку без слов, и все. Я до серии подсмотрел здесь кое-что. Ну, я как бы тут разведывал небольшую такую обстановку. Я плавал по морю, смотрел... Опа, там еще один корабль затерянный. Хотя, мне кажется, мы там были. Ну, в общем, я до серии плыл вот в эту сторону. Я тут обнаружил две интереснейшие вещички, Катюха. Ну-ка, расскажи. Кстати, можно похвастаюсь? Можно похвастаюсь? Ну, давай, давай, давай. Я вне серии, как бы, играю в Minecraft, что-то, секретом. И я научилась нормально плавать под водой. Ну, ты большой молодец, потому что сейчас нам это пригодится вдвойне. Так, пока что туда вперед не смотри, я честно, я прям вот случайно это обнаружил. Вот здесь у нас подводный данж, и вот эти как их назвать? Сосуны вот эти, сосущие. А, так это же засосет сюда, мы же были. Ну да, сейчас отсосет прям по-жесткому. Не надо! Катюх, нам нужно облутать все, что здесь есть. Возможно, здесь... Опа, утопленники, давай! Может, тут будет чупакабра с трезубцем. Хотя я очень сильно в этом сомневаюсь, то что мы когда-то в этой жизни сможем... Я слышал трезубец? Да. Да! Это трезубец! Ну, я очень... Пожалуйста, я прям женюсь на Маргаритке в этой серии, если ты мне дропнешь трезубец. Он меня сейчас убьет! Он меня сейчас убьет! Собака, Катя, убей этого трезубца! Ну вот это утопника, я сейчас вернусь! Как? Я все просрал, всю жизнь просрал, все просрал! Будь, пожалуйста, рядом... Быстро, возрождайся, быстро! Давай за мной, за мной! Возрождайся, давай садись! Подожди, мне упал прям, блин, в руки трезубец. В смысле, ты его подняла? Нет, он упал, но я не успел его взять. Да ты не можешь его брать, нам нужно убить этого утопника, и только тогда он может его дропнуть. Если он сейчас пропадет, то я вернусь домой и подожгу вот тот ТНТ весь, который у нас есть дома. Тактика вообще не та изначально была выбрана. Нам сначала нужно было убить утопленников всех, кроме этого трезубца, а потом на него уже в последнюю очередь нападать. Ага.
Так пока мы убивали бы вот тех всех, так этот Трезубец бы нас уже давным-давно убил бы по два, по три раза. Он же пуляется этой фигней. А, так вот что, я и думаю, меня это закололи. Там было написано, меня ну закололи. Ну да, меня закололи и тебя закололи. Ну как бы, да, я не буду отрицать то, что броня у нас, ну такая себе. Поэтому следующий стерек нам, скорее всего, Катюк, с тобой нужно будет отправиться реально за... он там до сих пор! Да? Пописяк, так, тихо, да он меня убьет с двух, с трех ударов. Так, давай вот этих пописяк, давай, я отвлекаю внимание, Катюк, я отвлекаю внимание. Я не могу их бить. Давай, давай, ты справишься. Давай. Подышу, подожди. Где вы, не вижу. Он мне прям сандалит, прям по самые гланды, по самые не хочу. Так, почему? Он мелкий там. А, да почему ты не... Да ядрит меня просто в левую точку правой полупопия. Так, не бить меня. Сядь в этот. Посмотрите на него, Спрячься в лодке, я сейчас приду, да шо ж меня так просто щемят во все щели. Я сейчас буду, Катюш. Я убиваю их просто, как не знаю кто, я че дикая, дерзкая. Да блин, это невозможно, Бить их. Ты его убила? Нет, вот он! Я его убил! Но с этой заразины ничего не выпало! Не выпало? Не выпал, Трезубец! Вот же ж, блин, отстой. Зараза, мы столько настрадались, он меня запендил три раза! И ничего с него не выпало! Я думала, всегда должно выпадать. Ага, типа. Да. Еще это плюс к тому, то, что у меня алмазный меч зачарен на добычу 2, и с него ничего не выпало. Даже с добычей 2. Мне выпало только 2 куска золота. Ну, ты молодец. Ладно, я надеюсь, что здесь... Опа, удочка, приманка 2. Ну, ладно, пускай будет. Там еще один сундучок, посмотрим, что там. Ну, дайте хотя бы один алмазик, но я не знаю. Вот, а здесь вообще запечатано, я не могу даже его открыть. Почему не можешь открыть? Сейчас. Такое возможно? Опа, вот так. Уголь, проклятые удочки, нифига больше. 2 сундука, 0, просто 0 лута. И опять пшеница, и опять уголь, и опять карта клада. Они реально, похоже, издеваются. Пшеница под водой, пшеница. Реально, пшеница под водой. Так, в этом корабле хотя бы что-то, пожалуйста. Опять карта клада, да, вы реально просто издеваетесь. Здесь. Один! Солоша! Один алмаз нашел! Реально? Ну, один алмаз, хотя бы что-то, ты согласна? Конечно. Оп. Бесспорно. Так, сейчас подожди, там еще есть, скорее всего, один сундучок, поэтому я его тоже сейчас проверю. После этого, Катюх, я тебе покажу еще что-то, что я нашел. Ну, здесь уголь и твои любимые загадочные рагу. Прям, наверное... Это я буду кушать. Так, Екатерина, а сейчас я тебе хочу показать Новосибирск. Что? Новосибирск. Прям настоящий Новосибирск. Вот такой, какой у нас будет на улице буквально через дней 15. Через дней 15 тут уже реально будет минус 40. Так, уйди. Пошли, Катюха. Только не говори, что ты меня ведешь к зиме. Ну как тебе сказать, я даже тебе не к зиме веду, а сразу к Антарктиде тебе веду. О нет, я ненавижу вот эти вот лед, вот это вот мне не нравится. Там Мишка, там Миша полярный, Миша, Михуил! В смысле? Вот. Ты меня потерял! В смысле потерял? Ну чё, я была не в лодке. А чё ты выпрыгиваешь на ходу из лодки, это жизненно опасно. Ты меня сам выкинул. Как, я тебя не могу выбрасывать. Здравствуйте. Ой, а он нас не съест? Ну, если ты его не будешь бить... Кать! Ой! Мишка, я тебя нечаянно ударила. Прости, пожалуйста. Мишка, да я нечаянно, правда. Я хотела тебя... Ёпперсы ты. Ты чё? Я говорю, нечаянно, не на... Ой. Я не успел, я хотел тебя затроллить, хотел сказать, Катя, ты знаешь, что с каждой мишкой нужно поздороваться, нужно ему руку пожать, лапу, правой кнопкой мышки. Она это сделала даже до того, как я ее затроллил. Я тебе не успел показать второе странное явление, которое сейчас возле меня происходит. Здравствуйте. Мишенька, ну прости, пожалуйста, ну я еще до сих пор путаю право-лево, ну типа кнопки, ну прости, пожалуйста, здесь ты не любишь это повторно укусать?
Вроде нет. А там сюда. Кто-то на уточке. Да. Помнишь, мы с тобой в аду увидели свина-зомби? Да. Да шо ж ты детей-то трогаешь? Да он мирно к тебе подошел, сфоткаться хотел, подписчик. Чё за странная манера поведения? Убивать каждого, кого Катя только встретит здесь в мире Майнкрафта. Ты понимаешь, что нельзя так относиться ко всем? Да, бывают пипипуки, но бывают и хорошие жители. У-у-у, сколько там утопника. Давай садись, Катюха, в лодку и погнали отсюда, быстро. Давай, 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 давай. Давай, 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 быстро, 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 прыгай. Прыгай. Подожди. Да прыгни ты уже сюда, пожалуйста. Давай, залезай в лодку, все, потопали. Зачем с ними вообще возиться, если можно просто уехать? О, стрелок, поберегись. Пау. Так, Не, это не иглу, потому что мы с тобой не нашли еще зимний биом. Это просто, знаешь, как, ну, ледники плавают посередине океана. А вот что ты так орал? Да я просто только что увидел то, что я до этого момента не видел и поэтому удивился. Что? Ты сейчас офигеешь просто от удивления. Ну, мне так кажется. Смотри прямо. Смотри прямо. Я не вижу прямо ничего, кроме твоей спины. Смотри через мою стену. Спину. Посмотри налево тогда. Это вниз надо смотреть? Да, вот видишь что-то? Опа, до свидания. Да? Ну, да, рот на замке, мне просто интересно, что с этого получится. А что это за эти самые... А кто это такие, как-то я не знаю даже, как назвать их? Ну так как раз-таки, может, перед тем, как последовать в ту локацию, в которой ты еще никогда в жизни не было, может, меня нужно спросить? Там едик, а что это такое? Там белый конь! Где? Белый конь, вон! Где? Да вон! Да вон. Он не белый, он серый! Ну какая разница, он все равно красивее, видите? Меня убивают! Ну так, конечно! Забери меня! Смотри, какой красивый! Катя, это... Что? Иди в пипуку! Да, не, в смысле, не ты, а этот! Катюх, у тебя есть седло? Нет, я не брала с собой. Хорошо, это очень хорошо. Смотайся, пожалуйста, домой, возьми седло. Да я тебя убил. Вот за седлом и сюда ко мне обратно возвращай. Кто там орёт? Давай, взяла седло. Давай, плыви, крафти лодку, я тебя здесь жду. Любименький мой, я уже влюбился. Я тут, все, я уже рядышком. Давай, встречайся. Давай, я тебя здесь жду столько, что... Только попробуй, мистер Крипер, еще одну мою лошадь убить. Давай, да, пожалуйста, вот все, что мне нужно для счастья, это белый мастер 2.0, версия 2.0, сейчас, подожди, держи. Выбрасывай. Так, подожди, пожалуйста. Да что ж ты будешь делать, ребята, для того, чтобы он приручился, надо обязательно подписаться на канал и не лайк поставить, что ты думаешь, Кать? Мне кажется, он не примет тебя. Думаешь? Ну если прям сейчас все подпишутся на канал, тогда стоп. Аля какой! Так, ну переправлю я его домой вне серии, потому что нам там нужно прям огромнейший мост выстраивать. Поэтому это мы сделаем чуть-чуть позже. Катюх, ты смотри, какая красопединка просто. Я безумно рада за тебя, что у тебя появился новый мастер. И что самое главное, это вообще прям случайно получилось. Я сначала случайно... Это я его увидела. Иди сюда, дай я тебя чмокну. Иди сюда. Или давай тебя мастер чмокнет. Ой. Все. А ты же понимаешь, что мы можем вот эту Маргариту с мастером вот это... Можем? Да, и у них получится маленький вот такой кабаленок. Давай! И у нас будут 3 лошадки, понимаешь? Понимаю. Так, еще бы домой доставить белого медведя и... ослабь его чили. Он меня убил. Ну, ты его не бей в следующий раз. Так, а мы, наверное, с вами в следующей серии притопаем вот сюда, или следующий, и посмотрим, сможем ли мы залутать этот подводный данж с тобой, Катюха. Там ничего нет, я смотрела уже. А что это за пипипуки такие колючие? Какие пипипуки? Ну, вот эти вот с красными шипами. Ну, они там стражи или там хранители называются, я не помню, честно. Но это прям такой хороший подводный данж, и в нем много всего интересного. Ну все, давай прощаться, я пошла синюшек убивать. Я говорю, ей бы лишь бы кого-то зарубасить. Вот каждого, кого она, ведь только, пожалуйста, лошадей не трогай ради всего святого.
Нет, лошадей я не трогаю. Ну хорошо, надо ее воспитывать, надо ее учить. Да-да, не пялься на мастера, я знаю то, что он красивый. Но извини, у него маргаритка-ритка есть, поэтому досвидос, мучачос, амигос. Ха-ха!